Что касается лазейки, которой воспользовались не только выпускники колледжа, но и выпускники школ, не набравшие 50 баллов, необходимых для поступления в ВУЗ, и пошли в очень сомнительного характера университеты и филиалы стран нашего ближнего зарубежья, хочу сказать, что Министерство образования и науки подготовило соответствующий документ, в котором, начиная уже с этого года, для того, чтобы переводом из другого вуза поступить в казахстанский вуз, все равно потребуется сертификат сдачи либо единого национального тестирования, либо комплексного тестирования с соответствующим количеством баллов.